Белкап Союз проводит закупки овощей и фруктов у населения. По всей стране работает почти 800 точек. Стоимость варьируется в зависимости от региона, сорта и качества продукции. Например, цена картофеля от 80 копеек до 1 рубля за кило, огурцы по 2, помидоры 2-3. За чернику можно получить 6 рублей, за крыжовник 10. По 5 сентября в стране проходит специальное комплексное мероприятие МВД «Внимание, дети». Профилактическая акция призвана повысить уровень ответственности родителей и водителей и привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности. С этой целью в светлое время суток транспортные средства должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. 29 августа с 9 до 11 часов пройдет прямая телефонная линия по вопросу ремонт печей, электропроводки, установка, замена автономных пожарных извещателей, элементов питания к ним, API с выводом от них на СЗУ, одиноким неработающим пожилым гражданам и одиноким инвалидам первой и второй групп. Обращаться по телефону 72 18 91. В Бобруйске прошел межведомственный семинар-практикум «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми». Акцент на повышении профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В Бобруйске в парке культуры и отдыха прошел городской конкурс «Играй гармонь» среди участников любителей исполнителей народных песен. Победители выбирали в двух номинациях «Солист, вокалист» и «Лучший гармонист». Жюри оценивали мастерство, образ, эмоциональность, артистизм и оригинальность репертуара.